Здравствуй, встречайте новых друзей. Здравствуй, театр и Колизей. Здравствуй, Пизанской башни мигни. Здравствуй, и целый мир обними. Тауэрский мост. Ого! Петя, ты что? Что ты делаешь с зубной щеткой? Как что? Чищу. А что ты чистишь? Свои перильца. Ну, ею надо чистить зубы. Щетка для того, чтобы ею чистить. Вот я и чищу перила своих балкончиков. А зачем? Да какое-то пятно появилось. Наверное, ты просто испачкался. Я тоже так думал, но оно не оттирается. Да потому что это ржавчина. Как? А вот так, от влажности. Вчера же весь день шел дождь. Что же делать? Петя, что ты так переживаешь? Их же можно закрасить. Тогда же веселее. Спокойствие, только спокойствие. Морской привет. У меня есть друг Тауэрский мост. Он живет в Лондоне, а там, как известно, постоянная влажность и туман. И что? А то, что он никогда не ржавеет и всегда с иголочки одет. Надо узнать его секрет. Я снова поехал в Англию. Ты приезжай поскорее. Зовет меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатер и каланчу. Я домик на колесах, всегда в дороге я. С порога до порога поехали друзья. Друзья, пути, приключения впереди. Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу. Друзья, пути, приключения впереди. Великобритания, Лондон. Стой, кто идет? Мы. Кто мы? Я Гриша, домик на колесах. Здравствуйте. Hello. Это здравствуйте по-английски. А я паром Савелий. Паром? Нет. Сегодня прохода кораблям нет. По расписанию сегодня мост разводиться не будет. Вы должны были согласовать это за месяц. Нет, что вы, мы проходить не будем. Мы приехали к вам. К нам? Да, мы хотели узнать, как вы тут живете в такой влажности и совсем не ржавеете. А то у Пети балкончики пятнами покрылись. Пятна — это плохо, но не так уж и страшно. Ведь мы башни Тауэрского моста справляемся. Да, справляемся. У нас не заржавеет. А все потому, что при строительстве сначала нас обработали защитным составом от ржавчины и влаги, а потом покрыли гранитом и портландским камнем. Да, все было продумано до мелочей. Ведь на подготовку к строительству ушло 2 года, а потом на возведение конструкций целых 8 лет. Сейчас мы стали одним из символов Лондона. Мост был открыт в 1894 году. Его протяженность 244 метра. Когда нужно проплыть большим судам, он разводится. Перед тем, как развести мост, подавался сигнал, чтобы все, кто на нем находится, успели его покинуть. Когда мост сводился, снова подавался сигнал. Движение восстанавливалось. Сейчас мост разводится всего 4-5 раз в неделю. Да, по графику, который составляется заранее, на месяцы вперед. Поэтому мы не можем вас пропустить. Понятно. Не покататься нам по Темзе. Так, вернемся к ржавчине и к тому, как с ней бороться. Есть специальный состав, вот он, в саквояжике. Если этим составом покрыть перила, то это их защитит и избавит от ржавчины. Спасибо, Тауэрский мост. До свидания. Гудбай! До свидания по-английски. Гудбай! Полный разворот. Петя, спокойно! Помощь уже идет! Скорей бы, у меня еще несколько пятен появилось. Тауэрский мост? Подарил мне специальный защитный состав, которым мы сейчас покроем твои перила. Ура! Давай скорее! Маша, что это?
Что-что? Просто весна! По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительнее печенья. Только не переключайся. Вместе с нами переключайся. Много домиков вокруг. Оставайся с нами, друг. Встречайте новых друзей. Здравствуй, театр и Колизей. Здравствуй, Пизанской башни мигни. Здравствуй, и целый мир обними. Доми, 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 домики. Домики кругом. Доми, 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 домики. Мир огромный дом. Доми, 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 домики. Домики вокруг. Доми, 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 домики. Мир огромный дом. Водонапорная башня. Ой. Вася, я тоже так хочу. Как хорошо. Так, ладно. Я тоже хочу. Хм, вода кончилась. А, что же делать? Мои культуры, они погибнут. Да нет, Вася, ты очень культурный. Культура в тебе не погибнет. Он овощные культуры имеет в виду. Да, я не успел их полить. Спокойствие! Вон сколько воды, целое море. Я тебе привезу несколько ведер. Да она же соленая, ею нельзя огород поливать. А что же делать? Нужно ехать к водонапорной башне. Она отвечает за подачу воды. Сейчас сделаем. Одно колесо здесь, другое там. Да, поскорее! А то у меня уже все цветы завяли. Зовет меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатер и каланчу. Я домик на колесах, всегда в дороге я. С порога до порога поехали, друзья! Друзья, пути, приключения впереди. Скорее включите воду. Здравствуйте, а что случилось? У Васи закончилась вода. Все его овощи и цветы погибнут. А что, воды нет? Да, 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 нет. Я Гриша, домик на колесах. А вы водонапорная башня? Да, 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 я водонапорная башня. Ну что же могло случиться? Так, я состою из бака для воды, нескольких труб для подачи и отвода воды, насоса и опорной конструкции. По принципу сообщающихся сосудов, по одним трубам ко мне поступает вода, а по другим она идет в дома. Надо проверить систему водоснабжения. А где она? Подо мной в подвале. Гриша, все заработало! А что это было? А, всего лишь Петин мячик. Он застрял, и вода не поступала. Как хорошо, что ты его нашел, Гриша. Спасибо. Это вам спасибо, водонапорная башня, что обеспечиваете нас водой. Да, я отвечаю за подачу воды в домике. А придумали меня много веков назад. Пик моей популярности был во времена Средневековья. В 15-16 веках меня строили повсеместно, и я очень помогала домикам. Моя система весьма проста. Я не только регулирую напор воды и ее расход, но даже запасаю воду. Да,
Без воды мы никуда. Поэтому пресную воду надо экономить. Не забывайте плотно закручивать все краны и вентили. Я всем домикам скажу. Ну ладно, мне пора ехать. Надо обрадовать Васю. До свидания, Гриша. До свидания. Я вижу, вода появилась. Да, и огород полил, и цветы успел спасти. Так почему воды-то не было? Ты виноват. Как я? Твой мячик перекрыл трубу, и вода не поступала в водонапорную башню. Ух ты, а я давно его ищу. Но он же порван. Конечно, порван, он такое пережил. Больше мячики не раскидывай, а то опять без воды останемся. Вообще, воду надо экономить. Плотнее, плотнее закручивай. Ой, Петя! По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительнее печенья. Только не переключайся, вместе с нами переключайся. Много домиков вокруг, оставайся с нами, друг. Здравствуй, встречайте новых друзей. Здравствуй, театр и Колизей. Здравствуй, Пизанской башни мигни. Здравствуй, и целый мир обними. Доми, 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 домики, домики кругом. Доми, 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 домики, мир огромный дом. Доми, 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 домики, домики вокруг. Доми, 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 домики, мир. Мельница! Ой! Ого! Поберегись! Это что, ветер такой? Да, он сегодня разбушевался. Советую отпустить зонтик! Ни за что! Вот ты же сейчас улетишь! Я его уже терял! Еле успел! Гриша, Гриша! Что это у вас такой бардак? Ну да, ветер! Ветер! Это не ветер, это целый ураган! Весь забор мне поломал, что мне теперь с ним делать? И ведро улетело! От ветра вечно одни неприятности! Лучше бы его вообще не было! Как это не было? Так приятно, когда он нежно обдувает лицо. Ага. А еще очень приятно, когда вещи разлетаются и заборы падают. Вася, а может быть, можно извлечь из него пользу? О, точно! Тебе нужно научиться управлять ветром. Ну я ж тебе не мельница, чтобы ветром управлять. А что это за мельница такая? Она ветер в муку превращает. Ветер в муку? Она что, волшебница? А как она это делает? Как-как? Берет и делает. А вот я поеду! И научусь! Зовет меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатер и каланчу. Я домик на колесах, всегда в дороге я. С порога до порога, поехали, друзья! Друзья, пути, приключения впереди. Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу. Друзья, пути, приключения впереди. Нидерланды, Занцис Ханс. Ой. Кто здесь? Здравствуйте, я Гриша. Домик на колесах. Здравствуй, а я? А вы? Волшебница. Я? Почему? Ну, вы же воздух.
в муку превращаете? Если подумать, это почти так. С древних времен ветряные мельницы перемалывают муку. Я использую энергию ветра. Поэтому таких, как я, строят только на равнинах. То есть там, где дует сильный ветер. Он приводит в движение мои крылья, а они, в свою очередь, жернова, которые и перемалывают зернышки. Во времена Средневековья таких, как я, было много. Можно сказать, что я и моя подруга водяная мельница долгое время были единственными машинами. Только я использую ветер, а она воду. С появлением паровых машин в 18 веке работы у нас стало гораздо меньше. Кстати, в Нидерландах даже есть национальный праздник – День мельниц. Ох, и чего вы только не умеете! Получается, что и ветер можно обуздать. Да, главное найти подход, научный подход. И ветер станет хорошим помощником. Значит, надо и Васе подход найти. Спасибо, мельница. Я поехал! До свидания! До свидания, Гриша! Вася! 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 Гриша, чего ты кричишь? Хочу новость рассказать! Вася! Вася! Я теперь знаю, как ветром управлять! Я тоже знаю! Вуаля! И что это? Сейчас увидишь! Сейчас, 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 сейчас! Ну же, давай! Дуй! Ну, Вася, ты волшебник! Прям как мельница. Нет, я не волшебник, я только учусь. Да, ветром научился управлять. Из чего бы еще пользу извлечь? М? О, солнце! Так-так. По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительнее печенья. Только не переключайся, вместе с нами переключайся. Много домиков вокруг, оставайся с нами, друг. Встречайте новых друзей! Здравствуй, театр и Колизей! Здравствуй, Пизанской башни мигни! Здравствуй, и целый мир обними! Доми, 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 домики! Домики кругом! Доми, 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 домики! Мир огромный дом! Доми, 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 домики! Домики вокруг! Доми, 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 домики! Мир огромный дом! Парфенон! Вон он! Привет, Гриша! Привет, Женя! Здравствуйте! Получите и распишитесь. Самому гостеприимному домику на свете от друзей. Ура! Поздравляю! Спасибо, ребята! Сейчас будем чай пить с плюшками. Мы бы с удовольствием, но другие домики ждут свои посылки. Ах, да, точно. До свидания. До свидания, золотые ворота. Передайте им, что я всех жду в гости. Ты чего загрустил, Гриша? Я тут подумал. Золотые ворота – самый гостеприимный домик. Академия наук – самый умный. А какой я? Ты домик на колесах. Они все великие. А я совсем не великий. Мне рассказывали про один домик. Его зовут Парфенон. Он знает все про самые великие домики. И я бы с ним познакомился. Тогда летим к нему. Греция, Афины. Спустился с небес храбрый домик-герой. Он в дальних краях побывал. Пусть ветер и стужа мешают порой. Достоин он наших похвал. Это про тебя, Гриша.
Про меня еще никто песни не сочинял. Ясно, отважные путники. Это здравствуйте по-гречески. Я Парфенон. Ясно, я Гриша. Домик на колесах. О! А это дирижабль Женя. Добрый день, Парфенон. А ты про все домики слагаешь песни? Только про самые-самые. Уже много лет я воспеваю подвиги домиков. Для этого и построился почти 2500 лет назад в древнем Акрополе на вершине холма. Построен я только из мраморных кирпичей и без капли цемента. У меня 46 внешних колонн. В моей фигуре используется особая математическая пропорция, которая называется золотым сечением. Меня считают самым совершенным из архитектурных сооружений. Конечно, за столько веков я немного разрушился, но все равно до сих пор остаюсь верным своему делу и продолжаю воспевать великие домики. Вот это да! Ну, раз ты про меня сочинил песню, значит, я тоже великий. Конечно! Даже если ты маленький, все равно можешь быть великим. Спасибо тебе, Парфенон. Рад был познакомиться! Что-то Гриши давно не было. Не заблудился ли? Ну, прям, это же Гриша! Он никогда не заблуждается. Я по нему уже соскучилась. А я для Гриши сюрприз приготовил. Ясос, друзья! Это... Здравствуйте, по-гречески! Ясос, Гриша! Смотрите, что у меня есть! Это же настоящая древнегреческая амфора! На ней нарисованы великие домики. Мне ее Парфенон подарил. Кто? Домик в Афинах. Он сказал, что я тоже великий. Вот только в чем? А ты еще не понял. Ты, Гриша, великий путешественник. Ой, точно. А я думаю, чего это Парфенон меня воспевает? Сейчас я тебя тоже воспою. Вот мой рэп-сюрприз. Ну-ка всем тише. Прям как на афише. Прилетел там Гриша свыше. Я не вру, парниша, едет моя крыша. Самый классный Гриша, слышишь? Да, Петя, и ты великий. Великий рэпер. О-о-о. По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительней печенья. Только не переключайся, вместе с нами переключайся. Много домиков вокруг, оставайся с нами, друг. Встречайте новых друзей. Здравствуй, театр и Колизей. Здравствуй, Пизанской башни мигни. Здравствуй, и целый мир обними. Доми, 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 домики. Домики кругом. Доми, 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 домики. Мир огромный дом. Доми, 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 домики. Домики вокруг. Доми, 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 домики. Кинкакудзи! Зацените мой бит, я почти знаменит. Весь поселок не спит и за мной следит, йоу! Йоу, круто, Петя! Я тоже хочу научиться стихи сочинять! А, да это просто! Главное рифма – картошка, поварёшка, Маша, каша, понял? Понял! А про что стихи придумывать? Да что увидишь вокруг, про то и сочиняй! Эй, слушай, это Петя, многоэтажка. У него оранжевая рубашка. Не, Гриша, так не пойдет. У меня не рубашка, а футболка. Ну ладно, тогда вот еще. У Васи в огороде поспела морковка. Он выкапывает ее лопа. Так, Гриша, ты больше про меня не сочиняй стихов. Не выходят у меня стихи. Не стать мне поэтом. Не отчаивайся, Гриша. Я читала стихи одного домика в Японии. Его зовут Кинкакудзи.
такие стихи только по вдохновению пишут. Надо бы выяснить, где он это вдохновение берет. Я должен научиться сочинять стихи. Рифмы по дороге не растеряй. До встречи, домики! Зовет меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатер и каланчу. Я домик на колесах, всегда в дороге я. С порога до порога поехали, друзья! Друзья, пути, приключения впереди. Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу. Друзья, пути, приключения впереди. Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу. Япония, Киото. Здравствуйте, я Гриша, домик на колесах. Конничива, юный путник. Это здравствуй по-японски. Меня зовут Кинка Кудзи. Еле нашел тебя. Почему ты живешь тут один? Я построился вдалеке от других домиков и живу здесь в уединении с 14 века. Посмотри на меня. Я такой яркий, потому что весь покрыт золотом. Мою крышу венчает золотая фигурка феникса. Стою я в окружении прекрасного сада на берегу глубокого озера Кёкати, что значит «озеро зеркало». Украшают озеро маленькие и большие острова с растущими на них соснами. Тишина и умиротворяющий пейзаж рождают во мне вдохновение, и тогда я пишу стихи. Я хочу научиться писать стихи. Чтобы написать стихи, нужно вдохновение. Это состояние души, когда хочется писать, и строчки рождаются сами. Вишни цветенье гладь пруда отражает. Какая весна! Ух ты, как здорово! А где рифма? Это хайку, японское стихотворение. Здесь нет рифм. Главное в хайку — сказать важное, используя лишь несколько слов. Я домик в пути, путешествуя много, нашел тишину. Прекрасно, Гриша! Ты хороший ученик. Спасибо, Кинка Кодзи. Как у тебя тут хорошо? Уезжать не хочется. Мой друг, не грусти. За каждой разлукой встреча наступит. До свидания, Кинка Кудзи! Сайонара, так мы прощаемся по-японски. Гриша вернулся! Да ничего, друзья! Это по-японски здравствуйте. Ну что, нашел Кинка Кудзи? Да, и он научил меня писать стихи. Слушайте. Зовет дорога, чудес увижу много. Мир – огромный дом. Красиво! Ай! А где рифма? Это хайку. Японские стихи без рифм. Главное в них – подчеркнуть ценность и красоту момента. Хайку, круто! По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительнее печенья. Только не переключайся. Вместе с нами переключайся. Много домиков вокруг. Оставайся с нами, друг. Здравствуй, встречайте новых друзей. Здравствуй, театр и Колизей. Здравствуй, Пизанской башни мигни. Здравствуй, и целый мир обними. Доми, 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 домики. Домики кругом. Доми, 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 домики. Мир огромный дом. Доми, 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 домики. Домики вокруг. Доми, 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 домики. Мир огромный друг. Батискаф. Холодная. Сколько воды. Да, такого дождя еще не было. Так это же здорово.
Теперь море стало еще больше. А ты что, искупаться хотел? А почему нет? Если бы она была теплой, как в Египте, я бы и поплавал. А то как мне до Маши добраться? Хотя... Еху! Гриша, ты же мог утонуть. Дождь закончится через 3, 2, 1 секунду. Петя, ты предсказатель! Просто дождь меня слушается. Так что ж ты раньше не сказал ему прекратиться? А зачем? Я люблю дождь. А что это там блестит? Где? Ну там, в воде. Да это просто вода. Смотрите, оно движется. Это подозрительно. Надо проверить. Оно живое? Что это может быть? Инопланетяне. Точно вам говорю, прилетели захватить нас. Где инопланетяне? Где-где? В воде. Прекратите пугать Машу. Никакие это не инопланетяне. Ой! Я же говорю, инопланетяне. Буль-буль. Это батискаф. Он водоплавающий домик с нашей планеты. Да, я батискаф. Подводный автономный аппарат. Буль-буль. Я исследую морские и океанические глубины. Могу погружаться более чем на 10 километров. А все потому, что у меня очень прочный корпус. Также у меня множество приборов для исследований. Есть фото и видеокамера. Я даже могу поднимать тяжелые предметы со дна. В общем, я хорошо экипирован и способен детально изучить подводное царство. Первый батискаф был изобретен в 1948 году, и с тех пор мы бороздим глубоководные просторы. Один из нас погружался на дно Марианской впадины и выяснил, что там есть жизнь, а другой исследовал затонувший Титаник. Буль-буль. Выходит, ты очень нужный домик. Так как же ты здесь оказался? Море же там! Я плыл-плыл, и течение меня принесло сюда. А может, ты пока наше дно исследуешь? Я свой зонтик потерял. Так, погружаюсь. Буль-буль. Ой, ой. Буль-буль, я все исследовал. Зонтика нигде нет. Мой фонарик. А я думал, его скворечники унесли. Спасибо. О, работает! Кажется, уровень воды стал ниже. Я не смогу вернуться в море. Ничего страшного. Подождем нового ливня. Ждать придется долго. Такие сильные дожди тут редкость. Скоро я сяду на мель. Кто тут собрался на мель садиться? Всем привет! 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 Что же делать? Мне нужно воду. Не волнуйся, сейчас все решим. Так, Женя, ты поднимаешь батискаф и ставишь на меня. На корму. А я отвезу его подальше в море, туда, где поглубже. Он утонул! Буль, Гриша, я нашел твой зонтик. Его течением отнесло. Спасибо, я без него никуда. Это вам спасибо, что спасли меня, Буль-буль. Для того и нужны друзья, чтобы выручать из беды. По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительнее печенья. Только не переключайся. Вместе с нами.